парк Бабушкина. Легендарный полярный летчик. Вот я на празднике, Бабушкинский район, парк, видите, такой большой, сцена, и здесь праздник, посвященный здоровому образу жизни. Вот он какой парк, очень-очень интересно. Вот он. Как это назвать? Концертный зал, в котором я буду выступать. Я буду выступлять. Здравствуйте. Мы все любим Москву за ее возможности. Бесплатный интернет. Эти кафешки везде, аттракционы. Бабушкинский район. Скандинавия. Какая-то штучка кулибинская. Собянин. Завязываем и обрезаем эти ниточки, они там здесь уже не нужны.
А здесь есть профессионал, художник или нету? Гуляем перед выступлением. Как говорится, все с размахом. Размахнемся. Полярный летчик. И вот 38-й. Пушкин. Мастер-класс. Ну вот, пожалуй, мы все просмотрели. Теперь будет наш выход. Наш выход. Всем здорово! Опять на гироскутере, как всегда, мы
были в магазине. Мы купили за 150 рублей. Знаете, сколько вещей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Так, давайте. Малахова старшего. Давай, ребят, все. Так что тема очень интересная, интересная. Это вы всех снимаете, да? Да, немножечко так, для себя. Тема интересная, но тем не менее, многие вещи идут в противовес против природного начала, и тогда начинаются вот различные такие очень нехорошие вещи. Вот это можно, это нельзя. Внутри человека зреет недовольство, которое потом прорывается разного рода бунтами, так скажем. Пахнет там рекорд, весна бушует, кинада. А у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрада? Весна бушует, так и надо. А у меня один вопрос. Любите женщин, и это будет хорошо. То есть это мы на ходу сочиняем, оказывается? Нет, я концовку забыл. Это здорово там, ребята. Весной волнует нас любовь, весной волнует нас. И это здорово. Ребята. Ей-богу. И это здорово, ребята. Ей-богу. А ребята, это Геннадий Малахов и ваш покорный слуга. Да. Свет. Как шифрин? Я пью. Кстати. Наш любимый Геннадий Петрович Малахов. Спасибо большое. Спасибо большое, Святослава. Да, стой. Книгу и вот этот пакет мы разыгрываем. Этот пакет же съели, сказали уже. Просто я хотел его спрятать. Ну ладно. Это тяжелый пакет. Это очень тяжелый. Набор поёк, от организаторов да, сегодняшнего мероприятия мы вручаем. Вопрос, а можно ли обливаться холодной водой? И Геннадий Петрович ушел от ответа, на самом деле. Он сказал, посмотрите, как я это делаю. Я подумал, что действительно Геннадий Петровичу все можно, потому что от природы здоровье у него есть. Вот. Наверное, здоровье было. Но вот что самое интересное. Вот эта вот книжка, где я рассказываю про свой опыт в 50 лет. Вот сейчас мне уже больше, мне уже 64 года, да? А я чувствую себя лучше, чем когда было мне 50. Понимаете? Если человек занимается собой, он хорошеет во всех отношениях. Как вас зовут? Татьяна. Восхищаюсь до сих пор, если у вас книги есть, чем пользуюсь. Спасибо вам. И меня тоже. А я ж буквально у меня дрогнула.